Потом у меня смета, я не досчитала 190 тысяч. Впервые такое было. Excel сделал битые ячейки. Ну, то есть, я не знаю, как это произошло. И они, три ячейки, не посчитались. И я, у меня... них не было этих формул, да? Они все формулы посчитались, но вот эти битые три ячейки не посчитались. И у меня сразу мысли, я, наверное, когда покупала арбузы, у меня, наверное, своровали эти деньги. Хотя я вот так вот держала. Когда происходит какой-то форс-мажор, ты не думаешь, сколько это будет стоить. Тебе без разницы. Тебе главное срочно решить эту проблему. Ты готов отдать свой гонорар. Готов сделать вот все, что угодно в эту секунду, лишь бы все было хорошо. Здесь мы стульчики ставим, выездная, там уже вечерний чил, ну а в зале, да. Смотри, у нас 80 гостей, получается 80 мы оставляем там, 40 тащим сюда, да, у нас всего 120. Примерно так. Я вообще 2 часа спала. Я, во-первых, сначала долго не могла уснуть, потом уснула, часик поспала, Настя позвонила, и потом я еще не могла уснуть. Я придумала лайфхак. Класс! О, организатор. Пожалуйста. Надеваем штаны, так удобнее отпариваться. Так, сейчас на сборе невесты до 12 часов, до 12 где-то я буду здесь. Потом я поеду в гольф обратно, у ребят здесь будет съемка утро невесты и жениха. Вот. Там я буду встречать, у нас остались подрядчики, это ведущий диджей и игротехник. Все остальные у нас уже на месте, уже все монтируют. Вот, поэтому поеду туда все контролировать. Все, давай. Угу. Заканчивается электроэнергия на площадке. Но все предусмотрено, у нас есть дополнительный источник питания. Любой каприз, лишь бы все было хорошо. Это самый инстаграм завтрак Геленджика. Так, сейчас в тарелочке я поставлю. Карточки меню взяла, бокалы взяла, конверты взяла, карточки для выноса колец, большие бенгальские конфетти, коробочки, две зеленые тарелки, большие, маленькие, тортовницы для фуршета, корзины для фуршета. Да, все верно.
Ой, а можно лого убрать? Вот здесь лого, мне кажется, некрасиво. Во, вот так прикольно. То есть получается, когда у нас заходят гости на рассадку, мы их проводим, у нас вот этот экран с диванчиками. Пойдемте, давайте, не переживайте.